Ну вот хвастаться не люблю, хотя было время, когда очень любил хвастаться. Ну это национальная черта армянская. Вот, шашлык делаю хорошо, и причем, говорят, ну вообще шашлык фантастический. Как ты, какой секрет, да? Я рассказываю, что вот куски мяса большие, вы видите, какие огромные куски мяса, как лук, перец, соль, слоями все это и выдерживается, да. Делают, потом говорят, Миша, ты сволочь, ты обманул, потому что так не получилось. Я говорю, ну, я говорю, душу-то не вкладывали, я говорю, то есть вот поэтому получается. На самом деле, вот действительно, те, кто делал, ни у кого так не получилось. Я пробовал, не знаю почему, вот какая-то фишка, наверное, существует, вроде не колдую. А насчет плова могу рассказать, мне сказали, ты ел Шахплов, говорит, Шахназаров, фамилия как бы должна. Я говорю, не слышал даже. Рецепт персидский, это значит, могу рассказать, берется, вываривается рис, а вот, режется мелкими кусками, ну, я делаю курицу, да, то есть курицу, вваривается рис, берется лаваш, режется вот такими ремнями, им выкладывается стеклянная такая чаша. Каждый кусок вот этого лаваша смазывается маслом, сливочным причем, он выкладывается вот так цветком, туда слой риса, кусочки масла сливочного, вот это обжаренная курица. Курица должна быть обжарена с морковью, с мелко нашинкованным луком. Туда же добавляется куркума. Опять слой риса. Ну, тут уже зависит от глубины блюда, да. Можно в два слоя эту курицу сделать, можно в один. Потом этот лепесток закрывается. Опять же смазывается маслом. Сверху прикрывается фольгой и в нагретую до 200 градусов духовку ставится. Получаете незабываемое блюдо, такое запеченное, когда вы видели первый раз, говорит, это пирог какой-то, а когда вы видели уже в разрезе, это плов. Ну, то есть вот такой вот какой-то рецепт, который не все знают и не верят, что вот плов может быть в таком пироге запеченном. Сделайте, я думаю, получится, понравится.